Ну, как вы видели, ввиду того, что были все муниципалитеты, откликнулись все. Ну, и мне кажется, все даже вдохновились, потому что сама идея собрать вот всех на одной площадке, показать все разнообразие, прежде всего, пока только муниципалитетов нашей республики, идея, она, мне кажется, очень замечательная. И то, что вот мы здесь услышали, с одной стороны, краткую историю каждого муниципалитета, объединили в одну линию знаменитых людей, которые представляют эти муниципалитеты, конечно же, мне кажется, получилась очень интересная общая картина, пусть краткая, но достаточно содержательная. Район земледелие, вот сейчас у Ява Мелия Хаскар, почему же сейчас у Ява пришла, может, Мелия Ирцегаря, сырым же друга, к жалке, в газу Ява пришла, может. Ну, может, по Уябу сам уже пить чаку и цигары. Мы же везем, пойдем в район зем, Хабалазах, вот, ежен здесь, перенчаневе. Мы же везем, вот, шаг при площадке везде, пойдем в район зене, пухны. Шаг район зем, истории не кискенга на глаза банны. Шаг район зем, тухны, терлечак, пыжин зем, я здесь не азаны. Подах перенчаваш пуянных некогда собачьи, кискенгана. Ну, кискен пулзан, да, пиде, может, по пиде пуянных когда-то. Шамба, да, может, по пуянных, эбер, пиде интересли, мероприятия тердемер. Ну, купышла мышкана. Мала, тогда, ну, мы интересны мероприятия тезем пулища. Олег Алексеевич, как я понимаю, в столетии республики нас ждет не менее интересная культурная, деловая программа. Все-таки поподробнее о планах. Ну, о планах мы говорили на оргкомитете, их будет очень-очень много, причем мероприятия будут, скажем, интересны различным категориям нашего населения. Это и молодежи, это и кинолюбителям, это и любителям театра, это и любителям, скажем, живой музыки в классическом жанре. И очень много будет проходить под открытым небом. Это и кино, и музыка, и другие мероприятия. И мы предлагаем вот некие новые форматы проведения этих мероприятий с тем, чтобы они были более интересны, может быть, да, более привлекательны и побольше интерактива, чтобы для молодежи они были интересны. Олег Алексеевич, ваши личные эмоциональные впечатления от сегодняшнего вечера? Ну, скажем так, восхищение и гордость, вот мы, если говорить, как говорить двумя словами. Но если продолжить эпитеты, то их будет очень много. В целом, конечно же, есть такое очень глубинное, наверное, удовлетворение, что я являюсь представителем чувашского народа, что я вот являюсь носителем этой очень богатой, очень глубинной культуры чувашского народа. И вот эта гордость, она, конечно же, сегодня вот так, как-то так, скажем так, не просто зашевелилась, а вот забила ключом. Вместе. Да, вместе прыгали. Спасибо. Стоп, один вопрос еще, коллеги. Олег Алексеевич, по вашему мнению, год юбилейный, столетний, такой бывает раз в 100 лет, следующий через 100. Чем нам, жителям республики, этот год, по вашему мнению, должен запомниться? Ну, мне кажется, этот год, прежде всего, должен запомниться, наверное, для каждого это, скорее всего, будет по-разному, но в любом случае, это, наверное, должно быть, наверное, некой в итоге, вот все-таки, наверное, некий элемент гордости и гордости тем, что мы являемся одной большой семьей. И причем не просто чуваши, здесь у нас на территории Чувашской республики проживает около 120 национальностей. И, как известно, за эти вот 100 лет чувашской автономии мы не помним, чтобы здесь у нас на территории были какие-либо, ну, скажем так, напряжения вот, на фоне межнациональных отношений или неприязни. И были сделаны очень много интересных дел. Я вот лично, когда занимался спортом, строил, занимался бизнесом, работал в правительстве, был депутатом. И в это время, когда взаимодействовал с представителями Чувашской республики, различных национальностей, мы всегда как-то, нас именно объединяло то, что мы являемся представителями именно Чувашской республики. И очень было всегда приятно, когда
чуваши уже из других регионов тоже, скажем так, приобщаются этому чувашскому единству. Поэтому, мне кажется, мы из этого года должны вынести именно это. То, что мы много уже лет, вот 100 лет автономии, и до этой истории очень далекой у чувашского народа, смогли вместе сделать очень большие дела, смогли победить и где-то из себя даже в трудные моменты достичь огромные результаты. И впереди нас ждут не менее, скажем, важные дела, не менее важные задачи и, конечно, не менее значимые успехи. И все это мы можем сделать только вместе в Торле. Спасибо. Коллеги,